Социалисты хотели удержать правительство. Они говорили, что можно бы, мы и так хорошо, но они точно хотели удержать правительство. Демократы не хотели, несмотря на проведенные некоторые переговоры, сближаться с правыми. Это я прекрасно понимаю. И они хотели остаться вот в этом формате, что им удалось. Хотя они провели, их стратегия была показать, что они, в принципе, не против и пообщаться с другой стороной. Ну, это была такая стратегия. Потом, конечно, платформа, да, хотела отправить в отставку правительства. Я думаю, что они в самом деле, они честны. Они в самом деле это имели в виду и готовили. Кто вы с такой улыбочкой это произнесли? Ну, это наивно было. Вот я почему об этом говорю, потому что с улыбкой. Потому что мне кажется, это наивно. Одна из самых малочисленных фракций, и ты хочешь навязать всем свою игру. Именно это захотела сделать платформа, да. Она хотела навязать свою игру Майе Санду. Отсюда стратегия Майи Санду была чисто защитительная. Она хотела вот, снизить это давление и оставить, но не поссориться до конца с платформой «Да», потому что на носу президентские выборы, и она нуждается в их голосах во втором туре. Поэтому она и подписала этот вот недоверие. А сохранить платформу «Да» рядом, хотя трение продолжается. Самое сложное оценить стратегии наших олигархов, они непредсказуемы, они загадочны, Шор и Канду, конечно же... Вы называете их олигархами, ну ладно, партия Шор, она так и называется, и не отказывается от своей связи с Шором. Вы не усложняйте мне мою речь. Господин, я справедливости ради должна вам сообщить, что у меня в студии был господин Канду, который еще раз подчеркнул, что он политически, господин Плохотнюк, никак не влияет. Я должна это произнести для наших зрителей. А, да, а я продолжу... Политически, может, нет, финансово он не говорил ничего? Я продолжу не про олигархические партии. Их сложнее предсказать. Тем более, что госпожа Жантуан намекнула на очень серьезное обстоятельство. Вот эти двое были в самом деле заболевшие или нет? Если нет, и тогда их просто выдернули, тогда это означает, что между Канду и Шор прошла черная кошка, и, возможно, Шор ищет подступы к власти. Теперь сложнее всего с промолдовой, потому что для меня загадка. Для них срочно нужно было сбрасывать это правительство, потому что они хотели решить все вопросы с аэропортом или с безопасностью Плохотнюка, или это не столь срочно. Уже получается, что не так срочно. Отставка правительства отменилась, и им придется играть в долгую. Значит, им придется терпеть. Насколько у них есть силы для того, чтобы терпеть в данной ситуации, когда прокуратура, скорее всего, приближается к их, вот скажем так, к тому, который не имеет никакого к ним отношения. Я имею в виду к Плохотнюку. Вот это вопрос. Мне кажется, они хотели вместе с платформой «Да» сбросить правительство, потому что они хотели сразу же решить эту проблему безопасности для их олигархов, но у них не получилось. Теперь они должны пересматривать эту стратегию.